Компактный и по-своему привлекательный пауэрбэнк Ромбика. Взяв его в руки, сразу кажется, что войлочный чехол сшили на фабрике Дедушкой Морозом. Столько в нем тепла и заботы. Сзади чехла расположена резинка. Переместить пауэрбэнк под нее можно в одно движение, добавляя тем самым ему функциональности. Пауэрбэнк перемещается в чехол одним движением руки, но при этом не выпадает из него. Чудеса да и только. Также он поможет дольше сохранить ваш пауэрбэнк в первоначальном внешнем виде. Компания Ромбика позаботилась и о стиле своего устройства, поэтому предлагает цвета – зеленый и желтый, а с другой стороны – матовый серый, который идеально сочетается с чехлом. Ну конечно, главное его отличие – это компактность. Только посмотрите, какой он тонкий и легкий. Вес всего 100 грамм, но при этом достаточно емкий – 5000 мАч в час. Пауэрбэнк на ощупь приятный, благодаря Soft Touch покрытию. У аккумулятора стандартный интерфейс, кнопка включения, разъем USB, микро-USB и лампочки индикации заряда. Также в аккумуляторе предусмотрены важные функции, такие как защита от перегрева и перезаряда вашего устройства. Цена удивительно приятна, что прямо сейчас хочется его приобрести. Для этого переходим по ссылке в описании. Пауэрбэнк – идеальный подарок на Новый год в наш век технологий. В итоге вес 100 грамм, два варианта цвета – зеленый и желтый, войлочный чехол, емкость аккумулятора 5000 мАч в час, защита от перезаряда и перегрева.